по фортепиано, а на гитаре училась сама. О, ну дык. Но на гитаре я училась сама, и у меня с гитарой... Проклятие. Я в 9 классе к отцу подошел, сказал, покажи, как там дергать. Отец играл? Отец играл в одном джазе с Фрэнкелем. О, как. Это... Причем он мне рассказывал такую интересную историю. А на чем играл? Ты понимаешь, дело было вот в чем. Оренбург в войну, он был, так сказать, местом, ну, как бы это сказать, эвакуации, в том числе и культуры. Туда приехал джаз Даниила Брославского. Вот. И, значит, чего? А гитариста из этого джаза забирают в армию. Отцу тогда было, ну, совсем смешное количество лет. И он ему, так сказать, вот за натуру, в смысле там это мука и прочее, вот это вот то, что войну-то. Тот ему, значит, давал уроки на гитаре на его и прочее, значит, забрали. И папа приходит с его гитарой. Кстати, эта гитара отремонтированная, но существует еще. Вот, значит, Брославский смотрит, говорит, гитара знакомая, ну давай. Ну, тот показал, что то он буквально в несколько, вот, ну, народ тогда, видимо, другой был. Вот, а потом, вот тут я не уверен, точно ли это было в джазе Брославского или в другом джазе, значит, ну, отец рассказывал, как пришел Фрэнкель. Приходит худой, как удочка, сутулый еврейский юноша, вот, а скрипка тогда была, ну, самым расхожим инструментом. Вот то, что отец пришел, так бы его, конечно, бы не взяли, но это шестиструнка, тогда шестиструнки не было, вот. И, значит, Брославский, вот как я запомнил этот рассказ, говорит, ну, давай, показывай, что ты хочешь, что ты можешь. И вот якобы Фрэнкель отстегивает тетиву от смычка, смычок пропускает под скрипкой, значит, то есть тетива ложится на струны, и он начинает аккордами на скрипке жарить хаву на гил. Тот чешет в затылке, говорит, берем. Вот якобы так. Вот насколько это правда, я не знаю. Ну, как правда? Конечно, отец рассказывал искренне. Вопрос, как я это запомнил. Вот, как это все. Да. Не было так, чтобы взяли, снять. А, знаешь, я вот последний рассказик Клопики написал. Именно о том, что когда кругом объективы, а все равно ничего не докажешь. Кругом объективы, а снимать нечего. Ну там, собственно, у меня даже не об этом. У меня мужик сидит дома, а там вокруг эти объективчики расползлись. Они же так это... Вся страна под колпаком у всей страны. Ну, это, Машенька, наверное, разбегаться надо, да? Не-не-не. Ну, вообще-то, не, я просто не... Я просто...